Здравствуйте, с вами Маргарита и Алексей, сайт hispanialif.com. У нас самая хорошая недвижимость в Испании на побережье Коста-Бланка. Сегодня я покажу вам квартиру, которая сдается в аренду. Квартира двухкомнатная, после ремонта. В 600 метрах от моря. Каждую пятницу перед домом проходит испанский рынок. Примерно 8 минут до главной площади, где проходят всевозможные праздники. Квартира располагается на 5-м этаже в доме с бассейном. В квартире кондиционер, интернет, телевизор. Ванная комната. Раковина, ванная, унитаз, биде, сантехника новая. В отличном состоянии. Дальше мы попадаем в кухню. Стиральная машина, духовой шкаф, варочная поверхность, кофемашина, холодильник, микроволновка. Вся необходимая посуда. Варная стоечка. Обеденная зона, достаточно большой стол, 6 стульев. Здесь у нас раскладной диван, кондиционер, телевизор и выход на террасу с видом на море. Из гостиной мы попадаем в спальню. Шкаф-купе, зеркало, кровать двуспальная. Вентилятор. В квартире имеется все самое необходимое. Гладильная доска, утюг, полотенце, постельное белье. Квартира чистая, светлая, много солнца. А что нужно еще, когда вы приезжаете в Испанию? Добро пожаловать!